Приветствую всех зрителей, и мы продолжаем проходить игру Burnout Paradise City нестандартными способами. К сожалению, я уже понял, фургончик пока ехал, но да ладно. Сегодня у нас серия по среднегабаритным транспортным средствам в виде фургонов, там, микроавтобусов и так далее. Далее, я думаю, все-таки мы закончим с мотоциклами. Пару серий сделаем. Там у нас в районе 50% пройдена игра. И прежде чем уже начнем проходить в обычном формате, там, где-то в полицейские транспортные средства, где-то оригинальные транспортные средства и, соответственно, какие-то дополнения, которые не рассмотрели еще. Можно будет перед этим всем показать режим пати. Вообще, что это, как оно, как в него вдвоем играть или там втроем. Ну, показывать пример, конечно же, буду на двоих. Сколько там максимум игроков, я не помню. Можно там в большой компании играть, и будет достаточно весело. Если уж так получилось, что у вас пришли друзья, а, например, делать-то нечего. Хотя сейчас я сомневаюсь, что возникает такая проблема. Так, ну и касательно охоты на этом фургончике. Подобие дома на колесах. Гораздо легче, чем на любом другом представителе агрессоров. Даже если взять оригинальный микроавтобус, который здесь представлен, которого мы, кстати, так и не поймали, я его еще ни разу в городе не видел. Я думаю, что потихонечку можно будет уже выбивать тех, кто у нас в городе катается, чтобы появлялись уже новые гонщики. Хотя могу и ошибаться, все-таки в последний раз я на нем ездил уже и не припомню когда. Ну, посмотрим. Как раз таки момент с бочиной, о котором я говорил в предыдущих роликах, что если подставить бок, то это 100% вариант, что до финиша вы не доедете. Ну или доедете, но с одним из потерянных шансов на победу. Да, эти машины гораздо легче в охоте, чем любой другой. Так, вот мне бы, конечно, надо было бы заехать по-хорошему на сервис. Сейчас попробуем, может быть, получится без него. Да, в целом, можно уже разбиваться спокойно. Так, сегодня у нас... Что у нас сегодня? У нас сегодня окончание охоты. Но вообще, я думаю, что все-таки попроходить разные соревнования. Так, у нас как раз-таки вот этот товарищ, который мимо проехал, я его вижу постоянно. В целом, мне кажется, можно будет его и снять сегодня. Или не сегодня, посмотрим, как пойдет. Так, сейчас. Пацанчики под музыку развлекаются. Роскошь, которая нам недоступна. Что, нас это через город не спустят? Можно было бы по прямой на ускорение пролететь, конечно, но... Раз уж пустили так, поедем так. Так, отлично. Да тут вообще можно не прилагать никаких усилий. Кстати, у них с расцветкой все в порядке. У меня раскраска только в синем цвете. У этих ребяток, по-моему,
Можно еще что-то менять. Так, 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 так. Вот товарищ слишком хорошо разогнался. У них там какие-то фиолетовые цвета есть, у меня, по-моему, нету. Да в целом-то эта машина, домик на колесах, никаких существенных проблем не доставляет. В сравнении с тем же, с теми же спорткарами, например. И такого масштаба у нас, по-моему, только одна машинка. Мы будем смотреть. В основном фургончики какие-то. Так. У нас что? По раскраске ничего интересного. Кстати, у него странные фары. Это у них у всех такие или мне только в этой модели попалось? Здесь фары как фары, здесь они выглядят как будто бы наклейки, как на машинах NASCAR. Ладно, попробуем на нем. Так, с ускорением все плохо. По управлению вроде бы, ну, с небольшой затяжечкой все-таки. Не какая-то спортивочка. Поворотами вроде нормально, но будем смотреть. Так, есть у нас здесь подбег. И есть у нас здесь экстрим. Так. Вообще-то в целом, я думаю, можно будет закрыть полностью вот эту прямую. А хотя у нас три победы осталось, да? Хм, дилемма. Ну, ладно, сейчас пройдем побег, дальше посмотрим. Новые права себе все-таки откроем. Поехали. Да, как будто расстреляли лобовое стекло. Ветровое. Так, последний раз за нами ехали четверо. Что будем делать? Уедем на срезку или же поедем так? По-моему, их опять четверо. Ай-яй-яй. Я не помню, будет ли увеличиваться их число пропорционально прохождению игры, или же на четверых они остановятся. У этой машинки большие проблемы с фарами даже сзади. Все-таки они как-то... Хотя, может быть, не так детально делали машине трафика, если таковая есть в трафике, конечно. Я не припомню, чтобы я видел вот такую в городе. Так. Ну, о таком ускорении они еще умудряются как-то держаться впереди нас, догонять нас, наверное. Пока не вижу. Вижу. Еще и добил. Ну, можно сказать, что не считается, потому что все-таки добил-то он после того, как я сам зацепился. Нет, вот ты обойдешься. Так, одного снял, приехал другой. Но здесь уже не отмажешься, здесь он меня зацепил. Но как-то мне эта машинка не совсем нравится, потому что уж слишком недетализированное и слишком нереалистичное повреждение на нее.
стекла здесь, конечно, бьются у любой машины, только в случае аварии уже с эффектом слома. Но тут машина как из пластилина, что и сзади, что спереди. Что у нас поблизости есть? Ничего нету, да? Есть гонка, есть джанкьярд, кстати. Есть побег. Ну, уже становится... Никто не любит парковаться, так? Нет, не так. Я видел, как кто-то парковался на ручнике на скорости под сотню. Вот это подарок. Так, у нас Атомика закончил говорить. Так вот, по сравнению с первыми гонками, когда там открываешь карту, и там, о, господи, сколько их. Есть простор, где разбежаться. К середине и концу игры, соответственно, становится уже посложнее выбирать. Приходится для того, чтобы пройти там какую-нибудь гонку или какой-нибудь побег, уже приходится доезжать до туда. Где-то у меня музыка играет поблизости. Так как у меня моя музыка убрана, здесь хорошо слышно, когда соперник проезжает мимо. Когда же играете с музыкой, есть шанс того, что можно его услышать. Уходи на северо-восток, Голдберг HQ. Так. В прошлый раз мы, по-моему, без срезок приехали сюда, да? Да. Я по привычке в самом начале задеваю машину преследователя. Просто потому, что в таком случае на обычном транспорте с обычным ускорением дается... Опять-таки боковой удар. Дается ускорение за это. Здесь нам это особо и не нужно, вроде бы. Вроде бы у меня ускорение не тратится при использовании и не восполняется, соответственно, при каких-то действиях, которые вызывают там восполнение шкалы ускорения на любом другом транспорте. Но привычки остаются. То есть, как бы, если вы ставите себе цель пройти там без аварии, например, особенно если это будет охота. Или без возможности, там, может быть, что вас зацепит кто-то из преследователей. Можете сразу ехать по прямой, не обращая на них внимания. Они все равно догонят. Ищи на улицах Hunter Racing Overchamp. Разбей его, чтобы добавить в свою коллекцию. Да. Новая машинка в городе, вряд ли мы ее увидим, потому что я уже объяснял, наверное, уже даже и неоднократно в предыдущих роликах, скорее всего, тоже об этом говорил, что нам не показывают их, пока, видимо, мы не разобьем те, которые уже есть в городе. Уж не знаю, какой там лимит, но охотник за всеми последними новостями в Paradise City. Так, охоту мы прошли, гонку мы прошли, да? Побег прошли, остался экстрим здесь неподалеку. И у нас будет обновление. Всех гонок можем по новой уже проходить. Не тратить большое количество времени, чтобы там доехать. Чтобы доехать, чтобы там... Найти все это. Так, экстрим у нас слева. И есть еще гонка с... Правда. О, ну это как-то совсем слабо. Все-таки, если сравнивать с тем же домом на колесах, он там на скорости врезался в машину трафика, ехал дальше, этот не может себе такого позволить. Пошел. Так, щиты. Я думаю, все-таки машина не стантовая. Я думаю, все-таки воспользуемся старым методом.
Все-таки экстрим, он не вызывает какого-то интереса, наверное, все-таки, потому что... Так, про скринит я забыл. Потому что он однообразен. Можно, конечно, показывать там какие-то скрытые места игры, куда можно заехать и так далее и тому подобное. Но в конечном итоге это все равно будет одно и то же. Так, нам нужен вот этот съезд вниз. Потому что там внизу есть всякого рода трамплины. Так, а это не съезд. Или съезд? Съезд. Так. Ускорение здесь используется для поддержания. Так, пролетел. Для поддержания шкалы множителя. Но не знаю, по-моему, это плохая идея была. У нас всего 50 тысяч. Вот это чьи здесь, опять-таки, повтор, да? Повтор. Так, давайте-ка сбросим, наверное. Не дает он мне сбросить ускорение, ладно. Так, где-то здесь у нас машину ведет. Кстати, это был опасный момент, в том плане, что при таком боковом падении с трамплина может опрокинуться машина. Так, идем на щиты. И вот это поворот. Не смогли. Сити – это действительно рай для лихачей. Выбирайте гонки, ищите оптимальные маршруты и не парьтесь насчет неизбежных поломок. Так, у нас, ну ладно, я думаю, все-таки гонку пройдем ближайшую и пойдем уже в охоту на этих машинах. Езжай на запад, Квинфорд. Хороший маршрут. Почти 10 километров. 10,5. Что-то один, походу, решил показать свою уникальность. Судя по карте. И, по-моему, не один, как-то они все страны едут. Так вот, попроходить все-таки охоты, потому что данный тип транспорта подходит именно для охот. Или побегов. Ну давай, давай, бежим. А здесь, кстати, не получится воспользоваться той срезкой. Опять же, о которой я говорил в одном из предыдущих роликов, который находится там на спуске около дамбы. Поэтому придется надеяться только на себя и на то, что будет пониже столкновение с трафиком. Шесть с половиной километров. Ускорение можно не использовать пока что. Во-первых, потому что эти ребятки сами занимаются самоуничтожением. Так, куда? Я один поворот, видимо, проехал. Судя по тому, как поехали остальные. Или нет? Ну а второй момент — это то, что все-таки это ускорение 100% даст нам победить. Поэтому можно и без него. Если уж там так получится, как в предыдущих роликах, что я там где-то врежусь перед финишем, или не туда съеду, или еще какой-то момент будет, или там меня обгонят прямо перед финишем, конечно, в таком случае, да, можно использовать. А так... Не особо честный вариант, конечно, но раз он уже здесь есть, то использовать его можно только в особых случаях. Так.
Единственное, непонятно, для чего сделали именно так, потому что... А он там не вписывается в поворот. Если смотреть на карту соперники. А, потому что у наших соперников-то оно нормальное. То есть поджал, обогнал где-то там. Минимизировал, так сказать, свой неудачный финиш. Ну, кстати, главная тема игры. Итого у нас 108 гонок до полного прохождения игры, получается 108 маркеров на карте. Это у нас гонки, экстрим, охота, побег и плюс еще гонки на время. Проблемы с прыжками. Вот не выходит и все. Иногда нужен разгон получше, иногда машина пошустрее. Нет, правда. Ну не можешь же ты править миром в развалюхе, с которой начинал. С вами Атомика, Crash FM. Думаю, все-таки стоит нам пройти этот экстрим. Ну? Почему не дает? Так, есть. Соединяй трюки в цепочке. Кстати, если бы мы проходили, точнее, до этого экстрим, так, держись, забивая, так скажем. Так, не даст он нам таким образом сделать. То есть, если бы мы проходили экстрим наравне с остальными типами соревнований так, чтобы... Так, оттормаживайся. Где-то у нас здесь есть съезд на железную дорогу. Я думаю, нам лучше съехать туда. Так, есть... Да, не предназначит эта машина для экстрима. То в таком случае, так, есть у нас здесь есть трамплинчики внизу. Запускаем вторую серию. То в концу игры, я думаю, можно было бы гораздо больше набивать. Нужно, точнее, было бы набивать этих очков. Либо, я думаю, что еще может быть как вариант, если проходить игру, точнее, стрим повторно. Ай. Даже меньше, чем в прошлый раз. Я обращаюсь к пилотам на трассе. Если кто-то захочет сразить нас воздушными трюками, ищите трамплины и разрешение. Небо ждет. Так, нам нужно выходить на Junkyard уже и менять эту машину. А, есть гонка, кстати. Чтобы не ехать, не скучать, будем использовать доступные нам возможности.
Тоже не маленький маршрут, далеко от джанк-ярда. Ну, недалеко, но ехать потом придется. Все-таки как-то в городе уныло-серо сегодня. И машинка тоже такого же стиля. По сравнению особенно с первой, с домом на колесах. Так, кстати, с таким ускорением ручник нормально работает. Машина не разворачивает. Так, что у нас с видом от капота? Нас сейчас попытались отправить направо, но передумали. С таким видом полегче ехать. Нифига себе. Вот здесь более-менее реалистично по поводу остановки транспортного средства после ДТП. Так, кстати. А они поехали. У них есть повороты, да? У нас их нету пока что. Нам до поворота еще далеко. Может, третий. Офигеть. Но будем надеяться на ускорение. Все-таки здесь не какой-нибудь там флэт-аут. Они здесь не притормаживают перед поворотами. Но все же есть шанс. Что успеем. Как раз-таки только что я говорил об необходимости такого ускорения. Таких случаях, что если не туда свернем, не так поедем и так далее. Вот пример. И почему-то нам не показан джанк-ярд на карте. Чувака контузия, походу. Потому что с предыдущих гонок я помню, что все-таки от того места, на котором я об этом заговорил, я видел этот джанк-ярд. Сейчас мы его не наблюдаем. Но машинку все-таки придется сменить. Это мне прям совсем как-то не нравится. Иногда вписывается в поворот, и вот это прям особенно хорошо. Так, нам нужны мотоциклы. Кстати, по поводу фургончика. Вот об этом я и говорю. О том, что вот он идеально подходит для охоты на первых порах игры. Он у нас где-то должен ездить по городу, но пока что мы его не наблюдаем. Так, далее. У нас их 4. Ничего не меняется. Исходя из каких-то технических характеристик. Так. Пускай будет такой. Как-то я ждал, что он будет какого-то вишневого цвета. Как мне показалось. Прям крайне плохо. С ручником у него прям проблемы. Подвисает не вовремя. Это охота. Чтобы победить, уничтожь цель.
Посмотрим, как будет вести себя уже непосредственно хоть. Кстати, пока не забыл. Настройки игры немножечко сменим. Ага. Время суток вообще не дает поменять. Я хотел поставить какой-то полдень, например, чтобы было солнечно, красиво. Кстати, вот именно вот так выглядит ускорение однократное в стиле агрессор. В типе, точнее. Ну, сейчас будет двукратное. А можно, наверное, даже... О, неплохо, неплохо. Можно будет, я думаю, даже и до трехкратного добить, не используя то, что уже есть. Больше уже не поднимем, это не тейкдаун. Но здесь был шанс, что меня развернет, он мне в бок даст. В таком случае ему бы засчитали пара. Как бы правильно выразиться, то, что он меня уничтожил, а не я его. Все-таки есть некоторые спорные моменты, что в некоторых гонках я вот, да даже сейчас, таким вот образом через машину могу получить жертву себе, не касаясь ее, а могу и не получить, то есть как бы могу там в толпу на скорости улететь и ничего абсолютно из этого не будет. Вот. А по идее должен был вот этот вот по стенке разойтись. Но отсюда не уйдешь, как говорится. Так. Не получилось. Хотел компенсировать удар боком. Как раз таки в отличие от противников. Если противник нас ударит в бок, мы 100% будем уничтожены. А если в стену... Ну, здесь угол, конечно, может быть, это повлияло. А если мы улетим в стену на скорости боком, дернем ручник, в таком случае есть шанс просто поехать дальше. Сейчас главное, чтобы вот так вот точно в бок не прилетел. Повезло. Трижды. Что они прям так норовят меня задеть. Сейчас будем мстить. Вот, кстати, то, о чем, опять же, я говорил в начале, по поводу стекол, допустим, ветрового стекла, то, что оно бьется, но только когда машина бьется в слоумо. Боковые стекла тоже бьются, но если повезет, это увидеть. Так, у нас осталась одна жертва. И опять же, в начале прохождения игры в целом я говорил, что в дальнейшем охота будет надоедать, потому что и много жертв нужно поймать, и время дается, соответственно, по 10 секунд за каждую жертву. То есть если там 50 противников нужно поймать, условно говоря, за каждого по 10 секунд. И будем мы эту охоту проходить достаточно долгое время. Или же есть вариант второй, более, скажем, продуктивный, потому что можно будет выйти из этого режима и пойти выбрать другой, и, соответственно, проходить игру дальше, а не кататься в одной гонке, в одной охоте. Это разбиться самостоятельно. Вот здесь до 30 можно добить сейчас и уже как-то решать этот вопрос. Ага.
Ребятки только заспавнили за мной и начали брать разгон. Но опять же жаль, что все-таки у нас однотипные машины в гонках с вот именно машинами из трафика. Потому что если бы там я ехал на одном фургоне, там другой на другом фургоне, третий на пикапе, четвертый там на машине такси и так далее, мне кажется, это было бы прям совсем хорошо в плане сложности. Завел машину трафика, все. Разбился, жертву не получил. В следующий раз будешь обходить с ним. Нифига себе, он залетел. Помимо музыки, допустим, в машинах, которые ездят в городе, как я там вначале говорил, по-моему, есть еще такой момент, что у машин-гонщиков отличаются фары. Если у машин трафика, которые ездят по городу как NPC, они... блеклые, что ли, то у этих они прям вот сдалека видать. Ну и плюс манера вождения, естественно. Я думаю, если очень постараться, если попроходить всю охоту, которая здесь есть, из оставшихся, можно будет просто одну охоту проходить, там, допустим, 2-3 охоты, и серия закончена. Так, можно менять машину? С вами Атолика. В последнее время машины меняют владельцев, как боксер перчатки. Один удар, и удар готовый. Продолжай, а пульта ждет тебя на трассе. Чтобы сейчас было понятно, что произошло. Тот эффект, который срабатывает при ударе в машину, что машина начинает вести, как раз таки сейчас и произошел. То есть там было касание, и меня просто увело машину влево, так как будто бы я нажал, соответственно, на клавишу стрелочки влево. Хотя на самом деле... нажимал я как раз таки обратно противоположно. Обратно противоположно. Какая интересная метафора получилась. Цвет не меняется, но более... приятный для восприятия зрительного, скажем так. Так, ладненько. Есть у нас побег, есть у нас гонка. Уходи на северо-восток, контрфронт-плата. Ехать недалеко. По поводу гонок, ну, не знаю, есть ли смысл. Все-таки гонки как-то и более зрелищные, и более сложные именно на машинах. В станте как-то еще нет, а вот класса гонщик прям совсем хорошо получается, как мы поняли. Но так как машинка агрессор, и ребят возникают сложности с устранением. Злосчастный мост. Сама убийся. Кажется, ускорение мне сейчас полностью будет истрачено, потому что я его и так потратил, пока ехал по этой прямой. Остается надеяться на иконки на панели приборов. И на заправку. О, молодец.
Выбил страйк. Здесь, я думаю, понятно, что все-таки охота и побег для данного класса самое то. В гонках по сравнению вот с той машиной, это машина по управлению. Можно, конечно, и в гонки влезть, еще и дрифтует. Можно заменить его, чтобы уже окончательно за серию посмотреть, что и как. Так, на этом и есть. А, ну это тот же самый. Это что такое? Что у нас по цвету? Кстати, прикольный цвет. Ложится на него. Ну вот такой, на маршрутку смахивает немного. А сзади на Android Discovery. В старом кузове. Что ж, попробуем. Кстати, отличный разгон, плюс еще это и стант. По-моему, у нас еще таких не было сегодня. Давайте-ка попроходим гонки тогда на нем, раз уж он такой дерзкий у нас. Так, стоп. Увлекся. Ничего себе, у него там люк сзади. Езжай на юго-восток, Waterfront Plaza. Там за второй дверью интересно. Там аж раковина есть, умывальник, столики какие-то. Пока пытался рассмотреть, пропустил и машину трафика, и ускорение потратил, и позицию свою потерял. Хотя дверка открылась. Так, 1 километр у нас остался. Что, будем рисковать? Так, у нас соперник уже там где-то с поворота. Нет, нет, нет. Второй раз везет. Прям миллиметраж. Аж не верится. Так, здесь у нас есть трамплиночки с боч... трамплинчики с бочкой. Можно даже попробовать. Это же все-таки у нас стантовая машина. Как я понял. Все-таки надо, наверное, смотреть на класс в гараже, а не выезжая из него. Так, у нас вторая сторона открылась. Здесь у нас скамеечка. Сенки погрызть. Наркоманов пообсуждать, как говорится. Еще какая-то фигня. Типа, какая-то тумбочка, что ли? Да, действительно, это стант. Еще и достаточно прочный. Потому что, во-первых, прыгнул и задел при приземлении там какой-то бортик. Во-вторых, еще врезался в грузовичок и при этом поехал дальше. Чтобы эти дверки не отвлекали. Так, как раз таки момент с боковым ударом, чтобы спастись.
Думаю, если бы я сейчас зацепил вот тот грузовичок, который выезжал справа, там бы нас уже ничего не спасло. Так, ускорение восполнили. Хорошо, что наши соперники позволяют себе уходить с маршрута посредством, ну, тем же способом, что и я, в общем-то. Так, у нас там идет один по прямой. И один нас обходит здесь. Нет, нет и нет. Все прям плохо. Здесь уже не догоним точно. Да. Как-то еще понадеялся, но нет. Иногда судьбу первого места решают секунды, сэкономленные на дозаправке. Так что заранее разыщите все городские заправки и в ходе гонки сверяйте с картой, чтобы всегда... Езжай на запад, Квинфор. Ну, выглядит это, конечно, как ребятки на межгороде, которые ездят, на вокзалах стоят там, за 1500-2000. Я думаю, те, кто пользуется, ну, или пользовался до карантина, например, услугами данных товарищей, знают эту тему. И как раз таки покрасить гонку с тем же усилием. Поздно заметил. Поздно, конечно, блин. Ладно. Еще и не я один его задел. Так, этот тоже у нас, видимо, только восстановился, либо же ударился и пытался разогнаться. Но... ускорение нужно, поэтому будем убирать потихонечку их. Здесь нам по прямой. Кстати, не все срезки одинаково полезны. Вот сейчас я мог уйти налево в срезку и ушел бы дальше налево. Так, теперь главное не проехать поворот. Свернем до поворота, удобнее будет выворачивать. Но машина классная, вот из всех тех, которые я сегодня использовал для ролика. Так, главное не улететь здесь. Уже постепенно запоминается город, несмотря на то, что вроде бы недолго играю. Так вот, из всех машин, которые я сегодня использовал в ролике, это самое офигенное, и я опять уехал не туда. Так... ну, это минусы открытого мира, скажем так. Когда нету, как в, например, Most Wanted, стрелочек там, едь туда, едь сюда. Давай, давай, давай. Так, притормаживаем, чтобы не улететь вот в этот бортик. Чем быстрее машина, тем больше напряжения в гонке. Если там брать предыдущие агрессоры, я как-то не особо еще. Вот это вот чувство, что кто-то сзади дышит в спину, так сказать. Гневное письмо от снова из Змей Блаунд Кантера. Возмущается мой. Кстати, стант. Да точно! Мы это поощряем! В общем, езжайте на Ньютон Драйв, давку в пол и вперед, политики! Я думаю, сейчас попробуем все-таки пройти это все. Очки за и закончим на этом. Вроде как больше у нас нету никаких фургонов. Так, здесь у нас что? Непонятно. Будем изучать. И ничего не дали, что ли?
как это понимать? А ведь мог бы сейчас бить. И даже не один, кстати. Давайте-ка попробуем все-таки вернуться туда. Причем мне это, в свою очередь, напоминает миссию с поездом с GTA. Там были подобные изгибы. Так, ну что? Там с жирненьким афроамериканцем надо было ехать. Давай, 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 допрыгивай. Сбил. Здесь что? Есть. Сейчас у нас будет еще один. Отлично. Плохо. Еще и был высокий прыжок. Столько всего можно было сделать. Сколько я набрал? Где машины летают, и каждая трасса как взлетно-посадочная полоса. Что-то какие-то... Опять же, не долечу. Какие-то кустики завалился. Так. Из чего мы можем сделать вывод? Очень, я же сейчас даже не разгонялся, куда он полетел-то? Один сурка у нас здесь. Давай-ка на дорогу. Получилось. Но прыжок не выполнен, потому что мы должны были допрыгнуть до окончания такой импровизированной трассы. Так, где-то слышу музыку опять. Или же мне уже кажется. Может, все-таки подловить кого-нибудь? Или это звуки от... Ну, серьезно, вот в лоб взял и, типа, ничего страшного. А вот ненавистный нам товарищ, которого мы уже видели несколько десятков раз. Все. Боже, у нас никого нету. Джанкьярд у нас поблизости. Но все-таки, думаю, на этом можно заканчивать. Я с вами прощаюсь.